Подруга, все и так довольно плохо. Наступающая весна нас не избавит от ерунды, что есть внутри нас и снаружи. За моим окном метель и стужа. Подруга, ведь все не так уж плохо. Если есть в кармане пачка денег, да бутылка с перцами, пускай на эти деньги часть здесь ничего не купишь. Ими можно жечь костер и греться. Подруга, налей себе стакан. Две капли с перцем, две капли горя, две капли счастья, две капли яда. Я буду с тобой рядом, когда на утро нам станет еще хуже. Реальностью становятся сны. Я знаю.